Он осиротел, поэтому стал солдатом, поэтому стал автоматом. Зная разрушения и потери, никого не поддержал, закрыв двери, использовал людей лишь для себя. Этим забита его тупая голова. Что случилось с его родителями? Как он связался с воителями? Они его бросили или погибли? Злодейку судьбу вручили. Их нет, он несет эту боль. Прошлое ждет, сыпет соль, их нет, он несет эту боль. Все решения принимал от бесов, исходя из собственных интересов. Добился очередного эго-желания, а что дальше? Стать хорошим воспитателем в иконку, что может дать своему ребенку? А хватит ли сознания? Хватит ли? И потери, не поддерживая, закрывая двери. Он использовал людей лишь для себя. Этими забита его тупая голова.